здоровье. Да, нормально. Каменючка какая. Идет наш богатырь. На. Когда собаку. Увидите собаку или не увидите собаку? Собака. Да что-то же, видишь, они с подсветочкой, будет поле снежинок. Как зимой прозрачная становится вода. Чего? Это наступил кто-то, его мне отломали. Прозрачная стала. Да? Елка, елка, что за диво? Разукрашена красиво. Сколько свечек, фонарей понавешено на ней. Где наверху звезда? Как обрезали, надо будет нам весной обрезать барбарис. Уже. Вязали вот эти все можжевельники, такие окутывали их. Сколько кукурузы, да? Кабаны? Не, это откуда-то выросли. Новые. Хорошей свинотки. За клычок его. Ну-ка, где у него? Пятачок. Потри пятачок, где? Ага, да. Огромный, да? Угу. Такой, как выбежит. Кабанок. А они ж такие есть на самом деле, представляешь? Вот такие, натуральные величины. Что тот убил какого-то кабанища, а он это само, как нива. Представляешь, возможно, еще больше этого.
Когда крутит. Я думал, что ее крутит. Хотя, может, оттуда... Это Берендеево прям это царство. Да. Я рыба. Посмотри, вот они, пряник. Они бумажные или какие? Или глиняные? Из пенопласта, скорее всего. Штамповка такая, кажется, листа. Может, там снега? Вдруг они кушать хотят? А я видела, они уже... Рыба. Где? Да, не... Там рыба! Лосёж. Но стоил очень много денег. Ну, собака. Давай я тебя сниму. Ну-ка, присядь на собачку. Песики-барбосики. Скажи, ау-ау-ау. Верный пес-барбос. Красный нос. Ты-ди-ся-ры. Вкусно кормил, будочку сделал и сторожил. Да. Хороший барбосик, хороший, да. Надо ему было сделать медный носик, но тёрли носик. Mm-hmm.
О, да там их 4. О, какой большой, да? Ага. Пошел, а тут он что он лежал там. Вон черные люди, видите, черные люди? Ага. Ну, это их сколько, я их только увидела, что сидят вот они. Тут у них кормушка, Нина, ты где?